Ну, я хочу поздравить хозяев с победой заслуженной, свою команду я не узнал, сыграли безобразно во всех линиях, поэтому будем разбираться. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку команды с победой. Ну, в принципе, игра была непростая, мы первый период сыграли, может, получше, да, переигрывали. Второй мы немножко плохо сыграли, потому что стали позволять вольности, могли нас наказать, но хорошо, что соперник не реализовал момент, а мы свои голы забили. Ну, а третий мы уже сыграли по счету на результат. Тут все Мусин. Мусин травмировал. И Маслов, и Михайлов. Михайлов, у нас лимит молодых, он нельзя было ставить, не попал в состав. Перешли в 6 защитников сыграть. Маслов травмировал. А по большинству у нас пока, ну, понятно, Глазков забил сегодня, но это не следствие комбинации, а следствие уверенности в себе. Потом да, это... Нет, тренируем, но я еще говорю, что большинство – это нужно мастерство, нужна сыгранность. Работаем. Анатолий Андреевич, каково состояние здоровья у Касутина и у Старостина, когда ориентировочно ждет их возвращение? Касутин только приступает в понедельник, следующий. Реабилитационный период начинается. Только он прибыл, там лечился. Начинает тренировка приступать. Старостин начал тренироваться. Говорилось о том, что, возможно, будет подписан контракт с кем-то из новых голкиперов. Эта информация остается актуальной или все-таки решили отказаться от этого? Ну, пока не могу сказать. Пока ничего нет. То есть, есть на этот момент то, что есть. Ну, вообще селекционная работа на сегодняшний день продолжается? Какие линии еще? Ну, мы говорили, что нам нужен защитник. Защитник на большинство, как говорится, большинство не идет.